17 января в средней общеобразовательной школе номер 12 по инициативе отдела по делам молодежи и туризма администрации муниципального образования город Хасавюрт состоялось мероприятие, приуроченное ко дню памяти жертв кизлярских событий. Почетными гостями стали первый заместитель главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Бадыр Ахмедов, исполняющий обязанности начальника отдела по делам молодежи и туризма Айшат Атаева, главный специалист отдела по межнациональной политике Муратхан Кандауров и старший инспектор по делам несовершеннолетних Заира Муртазалиева. В предоставленном слове Бадыр Ахмедов отметил, что Кизляр – город многонациональный, что в нем испокон веков живут дружно народы, представляющие горный край. Мы никогда не должны забывать, это люди, которые положили свои жизни, чтобы мы сегодня видели это чистое небо. Я от имени главы города, городского собрания депутатов, от наших представителей, которые сегодня здесь присутствуют, хочу благодарность коллективу, школы, организаторов, мы провели это мероприятие. Учащиеся школы номер 12 показали всю горечь и печаль того трагического дня. В январе 1996 года город Кизляр был атакован бандитами. Боевиками было захвачено родильное отделение местной больницы и находившийся поблизости жилой дом. По различным данным, в ходе операции по освобождению заложников в Кизляре было уничтожено 153 боевика. Погибло немало невинных людей, как заложники, так и солдаты, пытавшие освободить город от нападения. Стала жизнь безумием сплошным, а больница как кромешный ад, где свои стреляют по своим. Не стреляйте, и закон кричал. Не стреляйте, крики матерей не слышны в том огненном аду. Автоматный треск очередей предвещает новую беду. Воспитание в детях чувство патриотизма, мужества и любви к родине. Такие мероприятия в нашей школе проводятся очень часто. Готовятся дети усердно, ответственно относятся к мероприятиям, с большим интересом участвуют в таких мероприятиях. Также и в актовом зале профессионального педагогического колледжа студенты почтили память жертв той трагической даты. На мероприятии присутствовали сотрудники правоохранительных органов и отдела по делам молодежи и туризма. Зиярат Аджиева, председатель волонтерского движения колледжа, отметила, что молодое поколение должно знать о героях, павших за мир на земле. И благодаря таким мероприятиям молодежь может отличить добро от зла и найти путь истины. Проводить подобные мероприятия стало уже нашей традицией, и мы проводили их как в прошлом, проводили это мероприятие в прошлом году. В этом году в основном привлекали первые курсы, чтобы они тоже уже знали и принимали участие в подобных мероприятиях. Ребятам показали документальный фильм о захвате террористами объекта здравоохранения. В свою очередь студенты подготовили сценические номера, которые включали в себя исполнение песен и стихов о днях той страшной трагедии. Айшат Атаева, исполняющая обязанности начальника отдела по делам молодежи и туризма, отметила, что необходимо проводить воспитательную работу среди подрастающего поколения. Также подчеркнув, что сохранение мира, стабильности – верный путь для благополучия всего общества. И таким образом современная молодежь видит дальнейшую модель поведения. Мероприятие завершилось минутой молчания и скорби в память о жертвах сурового января 1996 года. Алина Хасанбекова, Абдулла Алиев, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».